Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор топ-10 из 15 каталога компании Oriflame. Я, как обычно, всегда по традиции отмечаю себе 10 продуктов, о которых я особенно активно разговариваю со своими клиентами и с близкими. Я выбираю продукты разной ценовой категории и разные для волос, для тела, для лица, да и что-то еще. Сейчас покажу, что я выбрала в этот раз. И мой обзор обычно помогает определиться с заказом намного быстрее и помочь клиентам сделать свой выбор. Итак, первый мой разворот — это, конечно же, акция с новинкой. Новинка — матовая стойкая помада серии The One Ultra Fix, Unlimited Ultra Fix. Я уже попробовала эту помаду, вы можете посмотреть, огромное количество обзоров уже есть на YouTube от блогеров с этой новинкой. И вот так будет выглядеть сама помада, она приходит в красивой коробочке пурпурного цвета. А код моей помады, где она прячется, 41804. И что мне особенно понравилось, я уже потом рассмотрела, что эта помада сделана в Германии. Замечательная такая фирменная помада, красивая упаковка, и мой оттенок красный. Я уже ей красила несколько раз, мне так нравится эта помада, но она обязывает нарядиться, сделать классный макияж, прическу. Помада действительно не отпечатывается. Что я заметила, когда я только ела горячий суп в обед, немножечко растворилась вот внутри, как бы она чуть-чуть подсобралась сам по внутреннему контуру, здесь вообще ничего не затронулось, на ложке прям осталось совсем чуть-чуть следов. Но я потом так растерла просто пальцем, у меня не было с собой кисточки, растерла аккуратненько, и она опять стала на место. То есть помада действительно классная, по крайней мере для кофе паузы, для небольших перекусов просто идеальный вариант. И у нас акция с этой помадой, а в акции следующие условия. Первый вариант: если вы заказываете помаду и одну из тушей 5 в одном, у нас будет представлена тушь классическая и водостойкая 5 в одном. То есть первый вариант: если вы берете только помаду и одну тушь, то цена будет 499 рублей. Второй вариант: если вы берете любую помаду, любую тушь и одну из тональных основ, это может быть тональная основа The One Aqua Boost, или, что особенно актуально сейчас зимой, это стойкая Everlasting тональная основа. Очень хороший выбор по цветам у тональной основы. И чем мне нравится стойкая, я ее уже проверила, когда пуховик, если с высоким воротником или куртка, то обычно отпечатывается все равно тон по воротнику, и приходится постоянно за ним ухаживать, оттирать специальными салфетками или стирать. А вот стойкая тональная основа, она все-таки не отпечатывается, практически очень редко, если действительно как-то разогреешься или снег попадает, тогда чуть-чуть да. Поэтому я, конечно, в зиму рекомендую всем запастись Everlasting, но не всем она подойдет, потому что она больше адресована обладательницам комбинированной и жирной кожи. А вот Aqua Boost, конечно, подойдет уже всем, у кого есть склонность к сухости или кожа нормальная. То есть здесь мы выбираем уже по своим еще особенностям. Итак, если вы берете три продукта, целых три, то цена всего 699 рублей. Посчитайте, если у вас есть скидка 20%, как у консультанта компании Oriflame, посчитайте со скидкой, получается очень выгодная цена. А если у вас скидки нет, то вы можете заполнить заявку, которая есть прямо под этим видео в описании, и я вам помогу разобраться, отвечу на все ваши вопросы, то есть буду вашим наставником. Так, итак, первую акцию рассказал. По поводу помады, что мне еще очень понравилось, 14 оттенков, и такие цвета вот просто идеальные для осени и для зимы. То есть они уже глубокие, такие насыщенные, красивые оттенки и разнообразные. Дальше, следующая страничка, которую я отметила, сегодня прям медитировала над каталогом, и на этой страничке, наверное, впервые в истории у меня сразу два продукта. Два, потому что сейчас акцент идет больше на глаза.
Вот смотрите, акцент на глаза, потому что многие ходят в маске, но матовая помада, она не отпечатывается на маске. Кстати, это я тоже проверила, и это очень замечательно. Итак, акцент на глаза и на брови. Брови, они как рама для картины. Стоит накрасить брови, и лицо сразу вот как будто сфокусированным становится, таким красивым, идеальным, четким. И у нас выходит новинка, это помада для бровей в Oriflame. Такого продукта еще не было. Я себе закажу коричневый оттенок, получу заказ уже в первую поставку и сразу запишу видео, то есть попробую, как будет в деле этот продукт. Я думаю, будет очень классным. Помадки, три варианта цветов: для светленьких, да, для блондинок, для средних таких вот девушек и для брюнеток, жгучих брюнеток, уже темно-коричневый цвет. Есть уже кисточка в этой помадке, она прям встроена в колпачок, и я думаю, что нанесение должно быть очень комфортным. А вот другой продукт, который я отметила, это стойкие тени карандаш. Здесь у нас 10 оттенков, очень классно можно миксовать, брать, например, светлый и более темный, то есть светлый на внутреннюю часть глаза, более темный на внешнюю, и чтобы сделать подводку. Можно выбирать как в теплую гамму, так и холодную. У меня есть карандаш бронзер, я тоже записывала видео, вы можете посмотреть его на моем канале. Бронза 42722, и он, если вы пробовали раньше стойкие тени карандаши в Oriflame, то вы увидите огромную разницу, потому что эти тени, они делают более тонкое покрытие, и они сразу по ощущениям уже не такие жирные, как их предыдущие коллеги, и они действительно стойкие. Я несколько дней красилась этими тенями, просто чтобы их потестить, разные варианты делала. Они были у меня одни на глазах, я наносила поверх сухие тени, я их миксовала с другими вариантами, и они всегда были на высоте, то есть макияж не размазывается, не собирается в складках век и не угасает, то есть вот его интенсивность сохраняется на протяжении всего дня. Мне это очень понравилось, и еще мне нравятся эти тени тем, что ими могут пользоваться абсолютно все. Даже если девушка говорит: ой, я вообще краситься не умею, я только ресницы крашу, вот поверьте мне, что с этими тенями любая девушка сделает себе классный макияж, потому что это очень просто. Дальше очень много пропускаю, пропустила wellness, пропустила, по-моему, сразу novage, потому что ну здесь очень такой подбор индивидуальный идет, и много об этом говорит, то есть на эту тему я обычно не делаю такую вот подборку, а как правило я уже разговариваю с клиентом, если выявляется такая потребность, там, по здоровью начинаем общаться, или нужен комплексный уход подобрать, тогда да. А здесь я отмечаю в основном такие продукты, которые легко рекомендовать, не нужно особо специальной подготовки. Итак, корректирующая база под макияж Giordani Gold. Я заметила, что многие девушки и женщины страдают тем, что как бы там дефекты кожи, неровности какие-то, пигментация. Так вот, база корректирующая, она будет увлажнять, разглаживать кожу перед макияжем, там специально пигментированная жемчужина будет освежать цвет лица, то чего тоже очень не хватает осенью, зимой, все равно кожа сильно тускнеет, потому что летом вот как ни крути, даже если не загораешь, все равно передвигаешься как-то под солнечными лучами, и легкий румянец, все-таки легкий оттенок загара появляется, и всегда выглядишь свежее. Так вот, зимой хочется вот этой свежести, а гиалуроновая кислота придаст лицу более молодой вид, и этот нежный оттенок будет подходить для средних и светлых оттенков кожи. Итак, мы наносим сначала базу под тон, даем немножечко впитаться и сверху наносим тональную основу. Я с нетерпением жду этот продукт, обязательно закажу, потому что я люблю, чтобы лицо выглядело идеально. У меня даже есть такая фотография, когда я делаю, начинаю делать макияж, то есть я без тона, без макияжа, и потом сделала макияж, то есть фото до и после, и когда их рядом ставишь, просто не возникает вопрос, надо ли делать макияж или нет. Однозначно с макияжем сразу выглядишь моложе,
сразу лицо свежее, ровнее, приятнее, вот просто чисто визуально уже сразу минус 10 лет. Достаточно просто выровнять тон лица, сделать брови, накрасить ресницы, губы и чуть-чуть румянца свеженького придать. Так, далее следующее, а нет, вот он как раз, пропустила wellness. Здесь я отметила капсулы королевский бархат, ночные капсулы, их наносят уже на очищенную кожу, и вот эти интенсивные подтягивающие капсулы дают реально крутой результат, если пользоваться ну хотя бы через день, через два, да, то есть сделать курс, не делать раз в неделю или два раза в неделю, а вот просто не забывать. У меня даже был такой эксперимент, я делала просто каждый день, я так хотела, чтобы мое лицо вот как-то преобразилось. Когда мы только переехали в дом, были такие стрессы, нагрузки, недосып, и лицо просто реально испортилось, у меня и прыщики полезли, и как-то я прям вот, ну, сгрустнулась кожа. И я просто сделала курс и увидела такой классный результат. Поэтому сейчас, когда мы говорим о том, что у нас уже вот буквально все, ноябрь, декабрь, начинаются новогодние корпоративы, праздники, да просто дома и на фотографиях хочется выглядеть классно, потому что, ну, все на праздник фотографируются, и как-то там кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, все равно люди начинают как-то выходить в свет, да, на праздник и так далее, ну, детей выгуливать, внуков. Так вот, эти капсулы дадут возможность как раз подготовить кожу к Новому году. Если делать через день, то как раз здесь 28 капсул, которые сделают свою работу. Я обязательно закажу, потому что у меня их сейчас нет. Следующий разворотик, который я вам демонстрирую, это серия Элио, серия для волос. Где-то у меня здесь есть один представитель этой серии, и как раз этот представитель входит в акцию. Если вы закажете два шампуня для волос, то цена будет каждого всего 299 рублей. Это очень крутая скидка. Вот так будет выглядеть флакон шампуня 200 миллилитров, очень приятный парфюмированный такой аромат, да, легкий такой вот есть аромат, приятный, от волос пахнет, вот он так хорошо, очень концентрированный. И если говорить о шампунях Oriflame, то в основном они все концентрированы, и расход должен быть очень маленький, то есть не надо наливать себе целую руку, да, пытаться это потом смыть, невозможно. Вот лучше нанесите чуть-чуть, вспеньте, промойте волосы, если вы почувствуете, что не хватило, лучше еще чуть-чуть добавьте, опять вспеньте и сделайте еще раз, потому что иначе он очень плохо, ну, можно, есть вероятность плохо промыть волосы, и тогда будет ощущение, что шампунь вам как-то не подошел, да, не дает эффекта ожидаемого. Поэтому вот это очень хорошее средство. И тут же в этой серии у нас выходит новинка — кондиционер пенка для волос Элио. Я такое вижу первый раз, по крайней мере, я не встречала и ни разу, естественно, не пробовала. То есть эту пенку мы также наносим на волосы, смотрите, ультралегкий, работает как обычный кондиционер, тонкие волосы будут напитаны и восстановлены, подходит для ежедневного использования, но его нужно смывать обязательно. И, кстати, здесь можно потереть страничку и ощутить вот этот вот приятный аромат серии. Так, далее следующий наш разворот для самых юных, дерзких и, я не знаю, красивых молодых девчонок, которые оценят наверняка невероятно красивые оттенки новой коллекции серии On Color. Здесь выходят новые лаки и новые помады. Вы знаете, вот насколько я вроде бы всегда эту серию так вот пролистываю бегло, и тут, когда я увидела вот этот оттенок фиалка, мауф, герань, я просто не смогла пройти. Потом дальше перевожу взгляд, и тут у нас мауф, правильный, но новая помада, потом нюд. Но я не так активно смотрю на алые и фуксии, меня эти цвета сейчас меньше всего интересуют, а вот необыкновенные нюдовые оттенки просто зацепили мой глаз, и я зависла, я хочу эти цвета, мне так они понравились. Хотя сначала мне показалось, что они какие-то тут, ну, такие вот невзрачненькие, но сейчас я понимаю, что они
просто необычные, очень необычные. И, конечно же, всегда эта серия чем отличается? Здесь невысокие цены, то есть очень доступная цена, можно себя побаловать. Даже если я накрашу губы 1, 2, 3 раза, ну, в общем-то, 100 рублей погоды большой не сделают, но зато сколько удовольствия принесут. Следующий разворот, который я отметила, это новая серия уходовая для волос и тела. Здесь будет спрей-блеск для волос 150 миллилитров. Очень хочу. Единственное, я переживаю за оттенок. У меня рыжие, рыжеватые такие волосы, медовые, я бы сказала. Как это будет на волосах? Хотелось бы посмотреть, конечно, хотя бы какой-то обзор или ролик, как это будет выглядеть. Но, в общем-то, в любом случае у меня есть дочка. Если мне не подойдет, а мы же все равно вместе пользуемся, она его заберет себе. Вот. А этот спрей также можно носить не только на волосы, но и на тело. И в праздники, когда мы какое-то делаем декольте или открытая спина, открытые руки, это будет очень красиво. Я раньше уже брала в Oriflame, был такой тальк с блестками, у нас был тоже спрей лосьон, его наносишь, прям такое сияние, я его очень люблю, даже чуть-чуть осталось. А здесь будет спрей, что тоже очень здорово. Далее гель для душа с блестками, попробуем, обязательно закажу. Такой пузатенький флакончик 250 миллилитров. И на следующей страничке нас ждет мыло в форме кристалла. Вот мне эта тема аметист, мне очень нравится, я обожаю этот камень, я его просто очень люблю. И здесь также бомба для ванны, бомба и мыло в красивых коробочках, то есть это еще и дополнительный вариант, что можно взять на подарки или рекомендовать на подарки. Поэтому ждем, ждем. Здесь вот можно потереть страничку, попробовать новый аромат, восхититься вот этой вот нежной сладостью. Вот. И следующий разворот — это то, что я больше всего люблю. Это парфюмы. Как мы говорим, аромаманьяки, да? Я аромаманьяк, поэтому этот парфюм у меня точно будет. Уже есть крем. Крем для тела Love Potion, мне его прислали на обзор, и я записывала тоже отдельное видео, вы можете посмотреть на канале. Мои первые впечатления, когда я открыла эту баночку, вот, и я просто сразу перенеслась в дорогую кофейню с идеальными десертами. Это просто, это очень вкусно, и я, конечно же, закажу себе новый аромат, чтобы использовать этот крем в паре с ароматом, потому что всегда красиво звучит аромат, когда он один, а не так, что дезодорант один, крем для тела другой, крем для рук третий, там лак для волос четвертый, то есть все как-то перемешиваются все ароматы и не чувствуется красоты основного аромата. Love Potion Midnight Wish, так называется эта новая коллекция, и я люблю всю эту линейку, все, что выходило, и было масло для массажа, масло для тела, был спрей тоже в серии Love Potion, я всегда все беру, потому что это очень так тонко, сексуально, женственно и дразнящие, это всегда очень классно звучит. Вот, показала вам крем. И последняя страничка — Feel Good. Feel Good серия, и в этой серии выходят новинки. У меня пока нет мыла, я вам покажу только гель для душа, такой большой флакон 200 миллилитров. И чем эта серия интересна, то что в ее состав входят натуральные масла. А натуральное мы все любим, да, все стараемся быть более приближены к природе. И что я заметила, когда я пользуюсь гелем для душа, у меня не сушит кожу, очень приятные, комфортные ощущения, ароматы просто невероятно вкусные от каждого флакона, я их перепробовала все, и даже вот из серии Be Happy я взяла себе новый аромат. А теперь жду с нетерпением новое мыло. Будут такие вот кусочки по 75 грамм с лавандой и с красным апельсином. Вот два разных. Обязательно закажу побольше, потому что я думаю, что это будет невероятно классное мыло. Упаковка у него будет простая, то есть это не коробочка, а такой пакетик запечатанный. Вот и все. Я вам показала весь мой топ. Я готова к встрече с клиентами. Я думаю, что они тоже готовы к встрече со мной. И что я вам хочу пожелать? Больше
рассказывайте людям о продукции, и самое главное, что ценится, это ваше личное впечатление. Если вам нравится, если вы получили эффект и результат, то конечно же люди тоже заказывают, потому что это чувствуется, когда вы сами такие: вау, классно. Поэтому когда я заказываю продукцию для себя, я это называю вложением в бизнес, не просто вложением в себя, в свое удовольствие, в свою красоту, в уход, а вложение еще и в бизнес. Потому что если я все попробую, получу свое впечатление, то я могу сказать: мне это, например, не нравится, я вам не рекомендую, что тоже очень ценно. Или если нравится, я говорю: да, мне понравилось, потому-то я получила столько впечатлений, столько удовольствия и вот такой вот классный результат. Благодарю вас за внимание, желаю вам потрясающего, классного 15-го каталога. Чем ближе к Новому году, тем каталоги становятся более аппетитные и просто невероятные по оформлению и по наполнению новинками особенно. Поэтому я уверена, что будет у нас все вот так классно. И еще раз хочу сказать, если у вас нет дисконта, обращайтесь, я вам помогу его оформить и стартануть, отвечу на все ваши вопросы. А у кого уже дисконт есть, всем вам приятных покупок и до новых встреч. Да, и еще самое главное, часто в моих роликах вы потом спрашиваете: а какая у тебя на губах помада? И сейчас я решила вам показывать, потому что я потом просто забываю, чем я красила, и я вам сейчас покажу. То есть сейчас в макияже был использован контур для губ серии The One, его код 41156, это шоколадный оттенок, такой темный-темный контур. А помада серия On Color, ее код 38776. Обожаю эту помаду, несмотря на то, что у нее такая вот простая упаковка и невысокая стоимость, но по качеству она очень хорошая, и я ее люблю, пользуюсь с удовольствием, особенно весь этот период осень-зима, когда утепляешься, то с этой помадой просто очень-очень-очень хорошо себя чувствую. Так что проверю заодно, смотрите ли вы видео до конца. А теперь точно. Пока-пока.